Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами попробуем сварить пиво в медном котле. Этому есть ряд причин. Во-первых, поскольку этот ПВК продается, как многие из вас знают, люди пишут на почту, кто-то спрашивает про мешалку, не слабовата ли она там. Кто-то еще какие-то вопросы задает. Вот, это первая причина. Вторая причина. Я давно мечтал сварить пиво в медном котле. И, в общем-то, глупо было бы не воспользоваться вот такой возможностью. Во-первых, провести тест этого ПВК. Во-вторых, как говорится, сделать то, что я давно хотел. И третья причина. Очень хочется почитать, конечно, комментарии тех людей, которые постоянно мне пишут, зачем нужна медь это право. Медь это... До свидания, печень и все прочее. Очень приятно читать эти комментарии, поэтому ради только этого я готов был это сделать. Друзья, если вы переживаете за свою печень, ешьте побольше семян расторопчи. А мы будем продолжать. Сейчас засыпь у нас будет, варить я буду пшеничное, свое любимое, традиционное. На рецепте я концентрироваться не буду, поскольку... Так, воздух надо выгнать. На рецепте концентрироваться не буду, потому что тут не ради рецепта все. Стандартное в бельгийском стиле пиво. Значит, засыпь будет у нас 12 килограмм, 8 пшеничные и 4 пилснера. Соответственно, здесь мне надо сейчас набрать 48 литров воды. Котел я помыл. Здесь чистенький, кстати, вот. Очень удобно подставлять под кран такую бочку 48-литровую, и все сливается просто на ура. Посмотреть, каким потоком все это льется. Очень удобно, не такой грязи. Ничего я тут мимо не налил, пока мы все. Этим я доволен. Сейчас наливаем 48 литров воды и догреваем до 38 градусов и будем засыпать. Соответственно, автоматикой я пользоваться не буду, потому что все-таки котел продается. Мне хотелось бы по максимуму его оставить в первозданном виде, чтобы человек покупает. Поэтому автоматикой я пользоваться не буду. Я думаю, что я и сам в состоянии засечь время и паузу, как говорится. Буду пользоваться своим теном 3-киловаттным и, соответственно, своим регулятором. Друзья, пойдем, сейчас набираем воду, включаем нагрев и идем молоть солод. Так, солод у нас сегодня финский, викинг малт. Он по цене где-то между бельгийским и курским, по качеству мне очень нравится. Так, мы догрелись до 38 градусов и будем носить солод, включая мешалку. Аромат шикарный. Так, давайте посмотрим, как работает мешалка у этого розового фламинго. Включим мешалочку. Мы уже тут перескочили даже первую паузу, я смотрю. Нормально работает мешалка. Не могу сказать, чтобы она там сильно напрягалась как-то. Да? Давайте еще раз, может, включим. Ничего вроде не шатается. Все круто. Друзья, почти догрелись до основной паузы. Сейчас рубашка
Я выключаю нагрев. Он и так дойдет, еще там градус докинет. Ну, видите, да, как бодро мешает мешалка. Вот, в общем-то, ничего не ходит она ни ходуном, ничего, так что посомневался в ее эффективности. Ну, как видите, как она даже не греется особо. Вот, в общем, все. Нагрев я выключил, ставлю на сахарницу. Мешалочку выключаю. Так, ну вот, друзья, варка у нас окончена. Ну как окончена? Сейчас мы фильтруемся. Смываемся, промываемся. Смотрите, какой чистенький. Розовый снаружи, розовый внутри. Вот. И ставим на кипячение. Так, друзья, мы отфильтровались. Значит, все залило обратно. И теперь мы кипятимся. Температура там уже 94. Здесь вот всякая шелуха. Ну, что могу сказать. 3 киловатта, конечно, для него немножечко маловато. Моих вот 4 было бы в самый раз. 3 киловатта немножко тяжеловато. Но, тем не менее, все равно все получается. В принципе, сейчас уже практически все закипит. 94 градуса тут. Вот, красота. Так, вот у нас уже 40 минут кипятится с хмелем. Хмель он там вот, в том мешке. Вот, и сейчас мы будем засыпать вот эту вот смесь корки апельсина с кориандром. Тут часть корок сушеных, часть свежих. Засыпаем и продолжаем дальше. Так, ну и теперь идет последний хмель, мандаринка. Мандаринка Бавариан. Ну что, друзья, все, вскипятились, теперь охлаждаемся. Соответственно, я тут вытащил группу безопасности, ставил такую штучку, у меня есть. Сюда вода отводится, здесь она приходит там снизу. Соответственно, в рубашку, то есть охлаждаю рубашку. Конечно, есть в комплекте противоточный чиллер, с ним гораздо быстрее будет. Но, опять же, как я уже сказал, я буду использовать помимо, потому что, ну, чтобы максимально в новом состоянии он попал в новую водилку. Так, друзья, мы охладились, и начальная плотность у нас что-то около 14. Ну, в общем-то, моя любимая начальная плотность для пшеничного пива. 14-14,5. Вот. Ну что ж, сливаем на этот, на брожение ставим. Так, друзья. Так, 30 литров я слил, но я, наверное, сразу дрожжи добавлю, чтобы никто на эту вкуснятину не покусился. Дрожжи мангрувы 20-е. Вот. Сейчас сливаю еще 20 литров и уже ставлю гидрозатор. Ну что ж, пиво сварено. Самое время помыть котел. Вот таким вот образом. Шпанечку. Все смываем. Чтобы все осталось чистым. Ну вот, друзья, забурлило наше пиво. Ждем 5 дней. И будем разливать и на отдых. Ну, друзья, пиво отбродило за 5 дней. Сейчас буду его переливать сюда, не знаю, правда. Ну, наверное, возьму какой-то черпак. Буду черпать. Так. Давайте. Ну, рукой неудобно. Вот так оно у нас выглядит. Достаточно приятный на цвет. Вон как бродило, да? Бурно бродило. Так, друзья, пришло время попробовать наше пиво из медного чана. Я на отдыхе, поэтому такой антураж немного. Так, пшеничка,
в жаркий день прекрасно освежает. Так, ну, цвет традиционный, пены немного. Здесь я не буду делать каких-то удивленного вида, потому что этого пива уже выпил литра 4, наверное. И прекрасно знаю его вкус и как он получился. Получился он просто охрененно. Собственно, наверное, единственный вопрос, который вас волнует, это что дала медь, да, что дал медный чан. Я по мере того, как его пробовал, я еще его и сравнил. И скажу так, медный чан дал ему мягкость. То есть это как вот вы пьете, есть жесткая вода, есть мягкая, есть жесткая водка, есть мягкая. Вот то же самое случилось как бы с этим пивом. То есть медь дала необычайную питкость, необычайную мягкость. Вот. На вкус практически это, ну, ничего особо не повлияло, да? Тем, кто ненавидит медь, посмотрите, пиво не голубого цвета, как вы могли ожидать. Вот. Именно повлияло на мягкость. Но повлияло настолько, что на самом деле, ну, имеет смысл, наверное. Я вот теперь задумываюсь. Думал себе для пива что-то брать из нержавейки, ну, чтобы попроще как бы было. Но сейчас вот есть мысли. Разные мысли, короче, в голове. Вот. Котел уже нашел своего нового хозяина. Руслан, тебе привет. Надеюсь, он тебе дарит много впечатлений положительных. Вот. Ну, как говорится, ваше здоровье, друзья. До новых встреч!